Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня мне бы хотелось снять видео «Моя коллекция виниловых пластинок» для проекта Станислава Зелинского «Музодрот». Но сначала мне бы хотелось показать пополнение своих коллекций по предыдущим, соответственно, темам, которые я уже успел затрагивать на своем канале в предыдущих выпусках. То есть, ну, во-первых, что касалось прошлого видео, я вот разжился новыми трансформерами. То есть это у нас производство Takara Tomy, опять же. War of the Cybertron Trilogy, вот коллекционные фигурки по мотивам этой серии игр. Вот это у нас броневик, или Iron Head, точнее Iron Hide, господи. Но, неважно. Значит, вот, в принципе, каким я его с детства помню, только здесь он у нас в кибертронский транспорт трансформируется. То есть вот так это все будет выглядеть. Вот так вот он выглядит у нас внешне, этот товарищ. Вот. И, соответственно, вторая такая фигурка, это, соответственно, у нас получается как раз-таки Ролл. Или Сыщик, как он был у нас известен в переводе шестого канала. То есть внешний вид такой же, как Generation One. Ну, трансформируется он, в принципе, тоже в лицейскую машину, только вот такого, скажем так, кибертронского вида. Вот. Значит, также обновилась моя коллекция книжек по Корсарам. То есть вот такие замечательные экземпляры у меня тут появились. То есть это получается «Черный корабль» за авторством Юрия Погуляя. Вот. Но пока с книжкой этой ознакомиться не успел, так что как и что там сказать наверняка не могу. Также в моей коллекции появилась вот такая книжка. Это получается «Корсары по крови» за авторством Павла Берегового. Вот. Про нее, так же как и про предыдущую, ничего сказать не могу. Вот буквально только вчера до меня этот заказ мой доехал. Вот. То есть третья книжка, которая появилась у меня в коллекции, это «Черный ростовщик» некого Олега Мушинского. Вот. Вот ее даже я уже почти дочитал, кстати. Вот. И могу сказать, что да, это на самом деле очень такой интересный, захватывающий роман. Вот. Наверное, тоже мне эта книжка очень сильно понравилась, тем более она у нас про как раз таки испанцев. Вот. Но, честно говоря, вот. И такое достаточно, в принципе, хорошее приключение. Ну, наверное, пока третья книжка, которая мне вот очень понравилась из вот этой линейки. То есть я ее пока еще до конца, конечно, не дочел, но, как видите, мне вот тут буквально совсем немножечко осталось, там, где-то 412 страниц, то есть я уже на 345 странице. Вот. И могу вот сказать про книжку вот эту вот, как раз-таки, Сергея Слюсаренко, то есть «Друзья Бога». Вот я ее прочел, но, честно говоря, есть какая у нее проблема. То есть автор очень сильно перегибает и перебарщивает. Вот. То есть, но писать действительно умеет, так что я бы сказал, что ну тут так. То есть какими-то моментами этой книжки я, конечно, остался очень доволен. Какие-то моменты, безусловно, меня разочаровали. Тем более, что, видимо, автор планировал писать продолжение, то есть, судя по концу этой книжки, но продолжение, в принципе, так и не случилось, потому что, если мне не изменяет памяти, вся вот эта книжная серия насчитывала максимум 10 книг. Ну вот. Также вот я обзавелся вот такой вот новелизацией «Чужое воскрешение» некого Криспин. Вот. В принципе, Алан Дин Фостер после, соответственно, того, как ему не дали внести некоторые правки в книжку «Чужой 3», новелизацию третьего фильма, отказался в дальнейшем писать новелизации. Вот тут уже поэтому у нас сменился автор. И самое что интересное, то есть все-таки
Фостер у нас вернулся, но уже только в Чужой Завет. Вот. А, соответственно, здесь вот эта книжка, она... Вот если... Сейчас я точно скажу. Значит, да. Вышла аж только в этом году, то есть совсем недавно, она, можно сказать, совсем свежая. То есть, ну, по крайней мере, в книжной вот этой серии от издательства АСТ она не издавалась. То есть серия вот эта «Чужой хищник», она была запущена в прошлом году. И, честно говоря, что-то они мало, как бы, точнее, все обещали ее еще с прошлого года напечатать. То есть «Чужие 3» у них были, вот «Воскрешение» не было, и вот наконец-то он, конечно, появился. То есть, ну и, в принципе, я его все-таки вот купил. Вот. И, наверное, последняя такая книжка, дополнение ко всей вот моей коллекции, что появилось, это вот «Секретные материалы. Нулевой год». То есть, правильно будет сказать, что это комикс. То есть, я, конечно, невнимательно посмотрел информацию, думал, что это именно книжку сделали, но нет, это вот комикс на русский язык по секретным материалам со своим, между прочим, да, сюжетом. Здесь у нас две временных линии, то есть идут одну за Малдера и Скалли в наши дни, другую, соответственно, в 1947 году за агентов, которые, в принципе, открыли как раз-таки секретные материалы. То есть... Вот, точнее, даже если быть правильным, в 1946 году, то есть немножечко я оговорился. То есть комикс пока до конца я так не прочел, то есть так немножечко приглядел его, так скажем. Вот, ну, как дочитаю, то есть скажу, как он вообще. Вот, ну и, в принципе, про дополнение это все, а сейчас мы перейдем к винилу. Ну, а теперь поговорим, наверное, о самом приятном, то есть о пополнении моей виниловой коллекции. То есть, наверное, месяцев за 7, если не больше, сколько я уже видео про винил не снимал. А вот, она не так сильно увеличилась. Но, тем не менее, есть что показать. Значит, первый такой винил, это как раз-таки Gladys Knights, The Saints to Kill, если я правильно прочел, конечно, название. Значит, это у нас сингл саундтрека фильма о Джеймсе Бонде с Тимоти Далтоном в главной роли от 1989 года, «Лицензия на убийство». То есть здесь у нас, собственно, фрагмент саундтрека присутствует, то есть инструментальная композиция, и как раз-таки песня из заглавной, то есть песня из в этом самом «Лицензия на убийство». То есть одноименным названием, ну, как обычно в бондовских фильмах все было. То есть, конечно, винил был немножко такой в загаженном состоянии. То есть пришлось, конечно, его почистить хорошо, но вот. Тем не менее, очень рад, что наконец-то есть у меня в коллекции. Значит, следующий вот такой винил, точнее, если быть правильным, сингл «Миньон». Это «Чингисхан», то есть тут опять же у нас двойной получается сингл, то есть «Чингисхан» и «Сахара». То есть если с обоих сторон его посмотреть, в принципе, все везде одно и то же. Значит, вот так вот у нас сам винил оформлен. Вот. Значит, следующая вещь, она уже немножко поинтереснее, потому что это все-таки больше не сингл, а именно EP. Это значит, у нас получается Мессер Чупс Twin Peaks Twist. То есть EP к готовящемуся выходу на виниле, соответственно, очередного альбома Мессер Чупса Midnight Harp. Вот, он уже, соответственно, выходил на CD. Ну вот осенью будет его релиз на виниле. То есть у нас здесь получается вот 4 композиции. В принципе, все они входят в альбом. Не знаю, как там будет на виниле. То есть он таким же будет, может, подрезанным, может, что-то еще добавят. Но я имею в виду по сравнению с CD-изданием. Здесь у нас как раз-таки Замбирелла изображена. Здесь, в принципе, вся остальная группа. То есть Евгений Ломакин, Рок-Инжин и Олег Гитаркин. Вот. Вот здесь автограф у меня Олега Гитаркина. Ну, вот здесь, соответственно, автограф Замбиреллы. Очень было приятно, что группа мне его подписала, и что более того, даже мне его вот так вот... Даже Светлана мне его в таком виде передала, то есть с пакетиком. Полиэтиленом. Это было, конечно, очень приятно.
Вот, значит, следующий, соответственно, сингл это вот такого, скажем так, сайт-проекта от Master Chups, это Bone Collectors. То есть, в принципе, тот же Master Chups, но именно песенный. То есть там именно песни исполняются под такой вот готабили, то есть там обязательно и рокабили, то есть там обязательно обязательным атрибутом этого коллектива является контрабас. Вот, здесь у нас получается, соответственно, две песни, то есть это Bela Lugosi's Dead, кавер на группу Bauhaus, и Lucrecia My Reflection группы Sisters of Mercy. То есть, ну если, конечно, я правильно все прочел, то есть есть у меня на это что-то серьезные сомнения. То есть, в принципе, альбом Bone Collectors, он, в принципе, выходил еще в 2011 году, но вот здесь что-то вот все-таки сингл издался. То есть здесь вот как раз-таки, как мы видим, автограф, опять же, гитарки на Изамбиреллы. Вот. Значит. И как раз-таки сольный сингл Изамбиреллы. Тут получается Zambirella Tentative Release. Господи, если конечно правильно прочел. То есть такой вот этот французский лейбл издавал. Вот, то есть он так запечатанный. Мне вот, честно говоря, что-то вот даже как-то так руки, что называется, все боятся распечатать. Вот, здесь точно знаю, что есть две песни. То есть это кавер на группу No More Suicide Commando. И как раз таки B-Side это Zombie Cadaver. Он, как мне показалось, больше под какую-то босанову сделал. Вот, значит. И вот последний такой миньон, это, наверное, у нас будет тоже, опять же, такая больше EP. Это вот как раз таки EP, даже сплит, если быть правильно. То есть тут The Пауки вместе с немецкой группой Теледин, если я, конечно, правильно прочел. Вот, то есть как, значит, у нас все это добро выглядит. То есть, ну, в принципе, тут как такового даже конверта нету, то есть все в пакетике вот этом идет. То есть здесь, значит, у нас сам вот винил, вот здесь у нас The Пауки, то есть две их песни. Я живой, и я вижу. Вот здесь автограф Александра Танкевича. Вот, здесь на другой стороне у нас Теледин, как раз таки их какие-то песни. Вот, и вот внутри у нас вот так все выглядит. То есть здесь The Пауки. Здесь даже их текста песен есть. Правда, на английском. Вот они именно сами написаны, так чтобы можно было подпевать. Вот. Но, к сожалению, не на русском. Вот. Ну, у Теледина даже вот ничего, не, честно говоря, не добавлено. Вот. Значит. Да, вот так вот его не просто запечатать обратно, к сожалению, из-за специфики оформления. Вот, но, тем не менее, ребята, знаете, это еще не все синглы. Вот, теперь мы уже перейдем, скажем так, к более крупному добру. Значит, это вот то, что мне удалось урвать на ночи распродажи поедателей винила в магазине «Фонотека». Макси-сингл Майкла Джексона «Dirty Diana». То есть в оригинале, конечно, Бэт, к сожалению, рвать не удалось. Ну, точнее, там он и не продавался. Вот. Но здесь у нас есть пометочка, что это сингл с альбома Бэт. И по факту он только содержит вот две вещи. То есть «Dirty Diana» или «Dirty Diana». И ее инструментальную версию как B-Side. То есть на 45-й скорости у нас все это вот записано. То есть, если пускать его на 33-й скорости, конечно, вещь очень медленно идет, и Джексон таким прям басом ее поет. Значит, соответственно, следующий у меня вот такой винил в коллекции есть. Это у нас получается сплит-альбом. Арф. Фрейуншафт. Господи, если я, конечно, правильно прочел. Значит, здесь у нас The Пауки, The Vendetta,
Фитик Холдс. Фитти, если я правильно прочел. Я же не помню, кто была третья группа. Брал я, честно говоря, сплит это в первую очередь из-за пауков. То есть здесь у нас получается вот вещи «Я не хулиган», «Домой иду», «Море новостей», «Тинейджер Юнга». То есть, в принципе, я уже как бы их до этого слушал. И по духу могу сказать, что либо они в том же самом стиле были написаны, что альбом «Осколки разума», либо, значит, они просто на него не вошли, были в этот, соответственно, сплит включены, потому что он у нас получается 2007 года выпуска. Вот. Но тем не менее, то есть я пока его еще не распечатывал, так что здесь как бы определенно ничего сказать не могу по поводу других коллективов. Вот. Есть, конечно, вот такое, так скажем, легендарное переиздание альбома «The Пауки насквозь». Ну, точнее, если быть правильным, это первое его издание на виниле. До этого этот альбом в 2002 году выходил только на CD и только на кассетах. То есть вот здесь у нас вот так он выглядит. Значит, сзади. Вот. Самое что интересно, что печатался он в Эстонии. Вот. Ну, то есть обложки делали здесь, вот именно конверты сами. А сам винил в Эстонии печатался. Вот здесь у нас, как мы видим, текста песен идут. Вот, значит, вот на другой стороне они же у нас на английском языке все переведены, как обычно, вот чем отличается оформление почти всех винилов за пауков. Ну вот. И вот именно здесь автограф, опять же, Александра Танкевича. Значит, внутри у нас вот такой вот лимитированный красный винил. То есть я так, потому что у них, насколько я помню, тираж был что ли, то ли 100, то ли 50 экземпляров, я вот уже точно не помню, он в трех цветах выпускался, то есть в обычном черном варианте, в, соответственно, красном и в синем. Значит, следующий винил в моей коллекции — это группа Бананарама, то есть Deep Sea Skiving. Дебютный альбом этой группы 83 года, то есть тогда поначалу девчонок еще продюсировал барабанщик Sex Pistols. Плюс ко всему, они еще тогда такой вот откровенной попсой не были поначалу, все-таки больше что-то на грани между поп-музыкой и New Wave. Ну что, мне вот ранее первые три альбома Бананарамы больше всего нравятся. Вот здесь как раз информация, кто их продюсировал. Вот как раз таки. Ну, вот здесь видно там всякие фотографии юношеского, детского возраста. Здесь, соответственно, уже они такие более в взрослом варианте, то есть там на всяких концертах от жизни. Вот. То есть, конечно, группа, правда, больше известна коврами, своими кавер-версиями. Именно по поводу вот исполнений там различных вещей. То есть был у них даже кавер на Sex Pistols, песню No Feelings. Она даже на какое-то CD-переиздание вот этого альбома вошла. Были, значит, у них какие-то совместные дуэты, например, с Fanboy Free, например. Ой, господи, Fan... Да. И Fan Free Boys, господи. Ну, неважно, честно говоря. По-моему, Fan... Fanboy Free... Да, по-моему, так группа и называлась. Вот, сейчас уже этот замучаюсь вспоминать. Вот как раз таки третий альбом Бананарамы, то есть это True Confession. Вот, соответственно, вот так он у нас выглядел. И даже так название альбома дублировалось на в этой куртке одной из участниц. Вот. И что у нас было внутри? То есть вот такой достаточно забавный конверт. Так вот, с дырочкой он был у нас, то есть видно, сам было яблоко. Здесь у них все благодарности. Здесь вот у нас полторы участницы, здесь еще полторы участницы.
Вот. Ну и, в принципе, это, конечно, наверное, пожалуй, самый известный альбом Бананарама, потому что здесь есть, вот, пожалуй, самая известная их композиция, кавер на группу Shocking Blue, как раз-таки вот она, Венус. В общем-то, у нас в стране больше известна не по оригиналу, а все-таки именно в исполнении Бананарамы. Вот. Значит, следующая группа, вот, которая появилась в моей коллекции винил, это The B92's Yami. Альбом 83-го года, то есть их получается, ну, если быть так точным, четвертый релиз. До этого у них было два альбома и EP. Вот, это еще золотой состав их. И вот самая известная песня, пожалуй, здесь, это Songs for a Future Generation. То есть как раз таки на нее даже целый клип был. Вот такое, скажем так, послание группы будущим поколениям. Вот, ну, в принципе, надеюсь собрать почти весь B92's, особенно их альбомы вот с периода 70-х по 90-е года. Значит, вот такой культовый коллектив. Это Yellow. You gotta say yes to another question. А точнее, another excess. Вот еще, скажем так, альбом был записан в период, когда они еще были трио, то есть последний альбом вот в таком первом их составе. Вот, то есть у нас здесь получается как раз таки вот Дитер Майер и Борис Планк. И вот, соответственно, у нас как раз таки Карлос Карлос Перрон, то есть третий участник Yellow. Вот, значит, все-таки купил вот этот винил, опять же, на распродаже в как раз-таки фанатеке, только из-за того, что с раннего детства был поклонником Бенни Хилла. Вот здесь различные песни в его, так скажем, исполнении. Ну вот, в принципе, сам из себя, конечно, винил ничего интересного не представляет. Здесь у нас просто различная рекламка идет. И, в принципе, ничего такого ультраинтересного тут нету. Вот. Вот такое счастье мне привалило в виде саундтрека к третьему Безумному Максу. А если быть точнее, Безумный Макс под куполом грома, как у нас его в прокате называли. Значит, здесь у нас как раз, чем этот фильм еще знаменит, снималась Тина Тёрнер в роли главной антагонистки. Вот. И здесь как получается? То есть первая у нас часть, это, точнее, первая сторона, это у нас песни в основном исполнении Тины Тёрнер. Соответственно, вторая сторона, это у нас вся инструментальная музыка. То есть вот так он выглядит внутри. То есть у нас здесь как раз таки разворот. Здесь у нас информация об исполнителях и как бы текста песен, которые вот звучали в самом фильме, какие-то вот кадры из фильма. Вот. Ну вот, было на самом деле приятно его послушать, тем более, что получился такой очень интересный факт. У меня, например, в коллекции есть лицензионные DVD с двумя частями Безумного Макса, то есть первая со второй. Но нету вот третьей части, зато есть ее вот саундтрек. Значит, следующий винил в моей коллекции, это как раз таки Нина Хаген In Ecstasy. То есть это альбом у нас 85-го года. Вот здесь даже какая-то пометочка есть, что он вроде как какой-то там, не знаю, то ли награду, то ли в чарты там попал в 85-м году. Вот. Вот здесь список песен. И, значит, тоже его в фанатеке на распродажу успел урвать за какие-то копейки. Значит, что меня больше всего в этом виниле порадовало, это именно германоязычная версия альбома. То есть, потому что у Нины Хаген обычно, ну, альбомы выходили в двух версиях. То есть, получалось на, соответственно, как раз-таки английском и на немецком языке. Вот здесь у нас все на немецком, даже есть кавер на песню Фрэнка Синатры «My Way». То есть,
Его, кстати, именно как раз-таки Нина Хаген на немецкий язык перевела. То есть, что было, на самом деле, кстати, очень интересно его германоязычную версию послушать. Вот. Ну и пока последний такой винил в моей коллекции, который я, в принципе, достаточно даже долго ждал. Это вот как раз таки Ministry Twitch. То есть это у нас переиздание, к сожалению, 2014 года. То есть это Music on винил. Вот, 180-граммовый винил. Вот. То есть, но повторяет он на самом деле оригинальный вот релиз 86 года. То есть также здесь у нас вот идут как сторона А, такая сторона Б, без всяких бонусов. То есть нет там, например, Eyes of Man, там Beside, или Over the Shoulder с этот самый макси-сингл версии. Вот. И вот таком он шел конвертики. То есть я не стал его за вот этой наклеечки Music on винил ничего с ним делать. То есть вот такой достаточно плотный картон. Чем-то вот какие-то советские издание он немножечко напоминает. То есть вот здесь у нас там опять же описание альбома, какие-то арты. Значит, здесь у нас, соответственно, этот, информация об участниках в записи. Здесь у нас информация, получается, благодарности различные. Ну вот так сам винил выглядит в таком конверте. То есть в принципе вот я его, что называется, дождался. То есть, конечно, очень жалко, что это не оригинал. То есть, ну, с другой стороны, рад хотя бы и тому, что мне совершенно новенький вот новый Силдовый, вот его переиздание пришло. Вот. Ну, ребята, на сегодня это все. Спасибо большое за просмотр. Буду очень рад вашим лайкам, комментариям и репостам. До новых встреч!